Госавтоинспекция России приступила к проведению сплошных проверок водителей на трезвость. Правда, делать это инспекторы намерены не самостоятельно, а с участием медиков и других профильных служб. В ходе таких рейдов на определенных участках дорог сотрудники ГИБДД и медики останавливают все без исключения автомобили и оценивают состояние каждого водителя. Если трезвость водителя у инспекторов не вызывает подозрений, ему разрешается продолжить движение. В противном случае он отправляется на медицинское освидетельствование с помощью алкотестера. По статистике, в России ежегодно в результате ДТП с участием пьяных автолюбителей погибают более 2000 человек. Добавлю, сейчас Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания за нетрезвое вождение. Этот документ, в частности, предусматривает лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до 15 лет в случае, если в ДТП погибнут двое или более людей. А если инспекторы ГИБДД поймают нетрезвого водителя, уже лишенного прав, он будет оштрафован на сумму не менее чем 200 тысяч рублей.